Глава Твери Алексей Огоньков проверил, как приводят в порядок зоны отдыха в поселке Химинститута и на улице Можайского. Благоустройство этих территорий предусмотрено в рамках федеральной программы «Комфортная городская среда». Сейчас на объектах с учетом погодных условий завершается первый этап работ. Сквер в поселке Химинститута уже приобретает очертания зоны отдыха, хотя совсем недавно это были сплошные заросли. Сейчас старые аварийные деревья вырубают. Еще здесь проложены пешеходные дорожки, а центром притяжения станет огромная круглая скамья. А это что, мы здесь облицовываем чем-то или да, что? Да, да. Здесь сверху скамеечка деревянная. Скамейка, да? Основа, да, понятно. Основание. А здесь затирается, прогнуется, просто окрашивается. Здесь я облицовка. Понял. На улице Можайского у областного роддома завершается первый этап строительства будущего сквера. Не просто было работать с покрытием дорожек. Пока это единственный объект в Твери, где использовали брусчатку из белого бетона. Что он из себя представляет? 80-сантиметровая плита, весом 57 килограмм из белого цемента. И как вам с ней работалось? Тяжело. Тяжело, да? То есть, если ее нормально не положить сразу, ее уже не поднять. Ну, чем? Понятно. То есть, требуется такая филигранная подготовка поверхности для того, чтобы ложить дополнительно. Сейчас подрядчик ведет работы, которым наступающие холода не помеха. Здесь уже высадили ели, сосны, березы и каштаны. Эти крупомерные саженцы можно сажать даже зимой. Скоро установят опоры освещения. А сколько будет опор освещения? 35. 35 здесь, да, появится? По контракту первый этап работ и в Химинституте на улице Можайского должен завершиться в ближайшее время. В следующем году благоустройство зон отдыха будет продолжено.